Такие таблички в Анапе, где около 40 километров непрерывной линии песчаного пляжа, сегодня встретить достаточно трудно. Но если уже она установлена, то на это есть самые веские основания. И вместо «запрещено» следует читать «опасно для жизни». Рельеф дна такой, что можно споткнуться, а может просто нет соответствующей инфраструктуры и некому будет случить что прийти на помощь. В руках спасателя Романа Чуракова знак «черный шар». Если им заменят желтый флаг, то в море купаться категорически запрещено. Сама волна в Анапе, она не опасна. Она проходит, идет следующая, ее можно как бы контролировать. Но опасность возникает, идет, тянет нижнее течение. Человек зашел по шейку, ноги поднял, а потом оказался на той глубине, где ноги не встают. Опять возникает паника, он начинает махать руками, ногами. Быстро задыхаться, хлебать. Вот здесь самый опасный момент. Это пляж санатория, где в основном отдыхают взрослые. В специальное детское время спасатели выходят на лодке в море, чтобы также контролировать ситуацию со стороны воды. В принципе, территория открыта для всех желающих. Многие приходят с детьми. Спасатели предупреждают: беспечность — враг. Однажды Роман спас двоих ребятишек на закате, когда родные потеряли их из виду. Смертельный сценарий, когда из-за волны резко меняется глубина, многие ищут опору и начинается паника, для детей опасен вдвойне. Трагедия может случиться и на мелководье. А родителям вообще купаться вместе с детьми, потому что дети непредсказуемые. То есть быть рядом с ними, одних не отпускать вообще. Матвей, вот море опять тянет. Виктор Уваров из Комсомольска на Амуре. В Анапе с семьей отдыхает 7-й год подряд. Внука Матвея взяли с собой впервые. Он у нас непоседа, 4 годика, он непоседа, за ним глаз и глаз, это да. Тут не глубоко, заходит сразу, мелко, потом вот где мелко, там он купается с нами. Такой правильной позиции придерживаются большинство родителей, бабушек и дедушек. Они отмечают, что по сравнению с другими прибрежными территориями, где глубина начинается с первых метров, песчаные пляжи Анапы с их пологим заходом – лучший выбор для отдыха с детьми в России. Спасатели, сотрудники МЧС и городские службы готовы прийти на помощь в любой момент. Но возникнет этот самый случай или нет, зависит прежде всего от самих отдыхающих.